Кубанцы отметили свой День Победы. 9 октября 1943 года Краснодарский край был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, завершив тем самым битву за Кавказ. По всему краю прошли митинги и памятные мероприятия. О том, как отметил окончание битвы за Кавказ Славянский район, мы расскажем в следующем сюжете. В парке 40-летия Победы состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие представители района и городской администрации, казаки, общественные и молодежные организации. С Днем освобождения Краснодарского края собравшихся поздравил глава города Александр Берсенев. Сегодня мы все вместе отдаем дань глубокого уважения патриотизму, стойкости и героизму воинов-освободителей, партизан, тружеников тыла. Мы помним тех, кто погиб в страшные месяцы оккупации, сложил голову на фронтах, защищая свою страну. Только искренняя любовь к родине помогла людям выстоять те страшные дни и приступить к немедленному восстановлению всего разрушенного. И пока мы преданы России, своему языку, культуре, своим корням, нашей национальной памяти, Россия непобедима. Светлая память всем, кто покоится в славянской земле. Низкий поклон ныне живущим воинам-освободителям. Битва за Кавказ стала одной из крупнейших годов Великой Отечественной войны. Война вошла практически в каждую кубанскую семью, принесла тяжелые испытания, лишения. 500 тысяч кубанцев не вернулись с полей сражений. 9 октября 1943 года ценой больших потерь, сломив сопротивление групп прикрытия противника, Краснодарский край был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Мы, живущие сегодня, обязаны хранить память об этих тяжелых днях, о людях, которые с честью выполнили свой долг перед Родиной. Доблесть и мужество, проявленные советскими воинами в годы войны, являются образцом служения Отечеству. Вечная память нашим солдатам, не вернувшимся с полей сражений. Важно знать и помнить историю своей страны, и молодое поколение это понимает. От лица молодежи Славянского района на митинге выступил представитель Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Мы, подрастающее поколение, не знаем ужасов войны, но глубоко уважаем и чтим подвиг тех солдат, которые в кровопролитных боях отстояли нашу родную землю, подвиг тех, кто вносил с этого кошмара раненых. Мы чтим подвиг женщин и детей, что в глубоком тылу, взвалив на свои хрупкие и неокрепшие плечи всю тяжесть труда и лишений, неустанно приближали День Победы. Память всех погибших в годы Великой Отечественной войны участники митинга почтили минуты молчания, а затем к вечному огню возложили цветы. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».